на этой конференции уже более 10 лет, наверное, совсем, когда это еще была маленькая конференция, да, грубо говоря, совсем ее истоков. Конечно, каждый айтишник хочет работать удаленно, хочет сидеть в своей норке и не хочет общаться с людьми. Но это иллюзия, потому что иногда мы все-таки хотим общаться. И такие конференции, как Highload, они предоставляют нам возможность нетворкинга, возможность общения на максималку.